Короче, зашел я даже так. Показал там цветы, там, начал говорить то, что. Понятый ресурс. Так, начал говорить то, что мне будет там букетик женщин собрать. А, короче, я говорю, а сорти соберете? Да. Ну все, она начала собирать. А тут начала там собирать. Вот сюда принесла. Я вот здесь стоял. Вышел покурить. Я говорю, ну я выйду пока покурю. Вышел покурить, посмотрю, никого нет. Зашел обратно. Ну а как я вот не выжил, показывать, как я это что. Угу. Ну где она стояла? Она стояла где? Она вообще сидела сначала что-то, вставляла там, отрезала что-то. Потом раз положил это все. Я подошел, она встала, что-то задом встала. Все, я говорю, ну и показывал где-то туда вот это. А еще вот на эти показал. Эти вот добавить тоже. Все, она раз добавила, короче. И вот задом ко мне повернулась. Покажи, на какой, с кого встала? Че? Где лежали деньги, телефон? Деньги лежали, вот. Вот стоит. Короче, мелочи вот здесь. Сейчас, подожди. А ты убери, ну что, я ответим. Смотри сюда. Рукой показывай туда. Так. Куда? Как? Откуда брал? Откуда брал? Деньги взял? Тут две лежало. Вот сотки, полтинник. Вот сюда держи, смотри, держи руку и сюда смотри. На меня. Кепку чуть-чуть, это, повыше. Я забыл. Все? В полицию Сорочинского городского округа обратился продавец магазина «Цветы». Женщина рассказала, что около 9 часов вечера в магазин ворвался неизвестный, который под угрозой применения насилия завладел деньгами в сумме около 5000 рублей и сотовым телефоном. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским по горячим следам удалось установить местонахождение злоумышленника. 34-летний, ранее неоднократно судимый мужчина был задержан в селе Николаевка Сорочинского городского округа. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено до 7 лет лишения свободы.